пополняли запасы крови для всех людей, попавших в тяжелую ситуацию. Мне кажется, это здорово, это приятно. Легко решились на сдачу? Я абсолютно не колебался ни секунды. Это ваш первый раз? Или нет, уже... не первый. Вам выдали справку, по которой, согласно которой вы можете сегодня пропустить рабочий день. Нет. Какие у вас планы? Где будете отдыхать сегодня? Мы сегодня будем заниматься подписанием игрока основного состава. Двойной клуб «Локомотив». Интрига. Я думаю, все догадались, о ком речь. Просто он оформляет еще необходимые миграционные документы и не может въехать в нашу страну еще какое-то время. Поэтому он присоединится к команде в начале следующей недели. Вот. Сегодня вечером будет информация о его подписании. Следите за нашими социальными сетями и официальным сайтом.